Наше акционерное общество по производству лекарственных средств в Краснодарском крае уже на протяжении 20 лет выпускает эффективные препараты для лечения болезней животных. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины. Автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку и фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. Мы успешно поставляем свою продукцию в страны СНГ. Я работаю на предприятии в должности ведущего технолога производства. Полгода назад руководство общества решило расширить рынок продаж и поставить свою продукцию в Литву, Латвию, Эстонию. Для выхода на рынок стран Балтии наша компания планировала расширить ассортимент продукции и начать производить таблетки от болезней желудочно-кишечного тракта животных в форме брикетов. По технологии производства таблетки дальше должны были упаковываться в блистер, который, в принципе, сохраняет таблетки из порошка от воздействия окружающей среды. Для осуществления этой задачи необходима была, по сути, покупка нового, современного оборудования, которое обеспечивало бы формирование брикета размером 3x3 см. Выбор автоматического оборудования для прессования таблеток возложили на меня. Я хотел выполнить задачу в максимально короткие сроки, чтобы, главным образом, иметь возможность работать над другой проблемой, которая неожиданно возникла на участке производства порошка для таблеток. Поломка этого оборудования означала остановку работы всего участка, чего я не смог бы допустить. И вот я приступил к поиску таблеточного пресса и думал, что сразу найду необходимое оборудование. Решил посмотреть, сравнить производителей машин в Европе и Китае. Поиск я осуществлял через интернет. Выбирал по территориальному признаку, срокам поставки, ценовой категории. Среди качественных европейских производителей я нашел три компании, которые, в принципе, предложили хорошие машины, но запросили очень высокую цену, в которую не входила процедура таможенного оформления. Я понимал, что руководство не одобрит выбранный таблеточный пресс и отправит на повторный поиск. Затем я поискал оборудование у китайских производителей. Здесь вариантов было, по сути, больше. Я отослал им электронные письма, где указал, какую машину я рассматриваю в качестве вариантов 4 компании по производству оборудования в Китае. Однако мне ответили только две. Одна фирма указала, что такое оборудование будет произведено только через 5 месяцев, а вторая выслала ответ на китайском языке. Срок 5 месяцев меня не утроил, слишком долго, а китайским не владеет никто из наших сотрудников. Мне не хотелось тратить время и деньги на переводчика, и поэтому принципиально решено было, по сути, отказаться от покупки машины у китайского производителя. Я понял, что самостоятельно не смогу решить задачу по покупке таблеточного пресса и решил обратиться к специалисту-посреднику. Я представлял, какая машина мне нужна была, по сути, и поэтому принципиально обращал внимание только на надежность компании. В интернете я выбрал несколько посредников, один из Китая, два менеджера из России. Свой выбор я осуществлял, просматривая сайт компаний. Огромное значение имела длительность работы на рынке поставки фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов и актуальность цен. Сначала я позвонил китайскому посреднику, у него представленная цена на машину была, по сути, ниже остальных. Мне ответила менеджер, которая уточнила, что в цену не входит таможенное оформление, поставка и монтаж оборудования. Общая сумма за машину выходила на порядок больше, чем представлена на сайте. Она меня не устроила. Затем я внимательнее изучил сайт российской компании, посмотрел цены, условия поставки, однако меня насторожило, что эта компания занимается также поставкой обуви и посуды из Китая. Я хотел найти специалиста, в котором я был бы уверен, который, в принципе, поставит мне таблеточный пресс в указанный срок. Решил посмотреть последний вариант среди российских посредников. Заранее я проверил компанию в базе предпринимателей России на наличие судебных разбирательств на период деятельности. В данных списках эта компания не фигурировала. Сайт компании мне понравился. Современный, структурированный, много видеороликов. Созвонившись с менеджером, я получил хорошую консультацию по желаемому оборудованию. Специалист рассказал мне о возможностях таблеточного пресса, прислал ролик на электронную почту, инструкцию по эксплуатации, где я смог все спокойно изучить. Мне понравился его деловой и профессиональный подход.
Условия доставки и цена меня устроили, и через неделю мы заключили договор на поставку таблеточного пресса. Перед отправкой оборудования менеджер выслал мне на почту видеоролик машины. Я выслал по просьбе менеджера порошок, чтобы, главным образом, протестировать оборудование. Сделано из нержавеющей стали, рабочая зона закрыта прозрачными пластиковыми щитами. Брикеты формируются из порошка, который, в принципе, загружают в воронку. Готовые брикеты по желобу поступают в место сбора. Машина пришла через 2 месяца. Таблеточный пресс сделан из нержавеющей стали, управление удобное и понятное. Мы быстро наладили и запустили производство таблетки от болезней желудочно-кишечного тракта животных и обеспечили предприятие продукцией для поставки в страны Балтии. Я смог спокойно заняться делом, которое требовало большего моего внимания. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору оборудования самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе таблеточного пресса было по сути правильным. Я планирую в дальнейшем пользоваться услугами специалиста этой фирмы, в случае в общем, если наша компания решит приобрести оборудование для производства продукции. В выборе любой покупки необходима квалифицированная консультация. Проект обязательно будет успешным, в общем, если эта консультация была, по сути, получена от профессионала.